команде «Востока» играли только представители харьковского клуба «Легион-13». И это базовая команда сборной. Вот этот турнир мы очень благодарны англичанам за то, что они приехали, нашли возможность такую. Вот он у нас является подготовительным к чемпионату Европы, который будет через 2 недели в Сербии. Вот у нас главная задача этого турнира была просмотреть игроков для сборной и... В принципе, вот турнир свою задачу выполнил. Английские команды всегда отличались чем? Сколько мы с ними не играли, у них постоянно очень высокая техника передачи и очень быстрое ведение мяча. Да? Вот они, принимая мяч, бегут на очень высокой скорости, вот поэтому очень тяжело с ними соперничать. И, конечно же, они быстро думают. Но это уже сказывается игровой опыт. У них к этому возрасту, вот ребятам сейчас 25-27 лет, у них у каждого по 1000 игр. Это очень серьезный багаж, игровой опыт. Думаю, что все-таки ребята проявили характер, молодцы, потому что все-таки игры, которые у нас в чемпионате, они расслабляют. И вот нужно периодически давать ребятам понять, опускать, как говорится, на землю. Вот сегодня они проявили характер, да, но я отмечу Александра Скорбача, который забил решающую реализацию. Вот там действительно характер, да. Саша сыграл последние 2 игры с глубоким рассечением. Он сейчас поедет в больницу, ему там зашьют подбородок. Но вот это вот настоящий мужчина. Ребятам очень благодарен за это. Молодцы. Это 7-й уже традиционный международный турнир в памяти Артура Аграмовича Мартиросяна, одного из основателей регби-лиг в Украине. Прошел турнир на высоком уровне. Все этого ждали, но настолько матч был непредсказуемый, что выиграла наша команда. Поэтому все до сих пор в легком, да, шоке. Приятные ощущения. В общем, оказывается, мы можем бороться с грандами европейскими. То есть сегодня была команда, вообще родоначальница этого вида спорта из графства Йоркшир. Поэтому, оказывается, вот так вот можем побеждать грандов. Закончен игрок. Отлично, Домикай, спасибо, Грандовна. Еще захвачен. Михаил. В таких моментах, когда решаешь, я пытаюсь не думать об этом полностью, знаете, концентрируюсь на ударе, потому что знаю, что надо делать удар, меня как бы зависит, потому что если думать об этом, забью я, не забью, волнения все-таки могут накрыть, и об этом не думал. Я просто пробивал, и я уверен был, что я забью, я это сделал, я забил, все, мы выиграли эту игру. В целом хочу сказать, с англичанами вообще достойно играть, потому что они родоначальники этого вида спорта, они умеют обращаться с мячом, они умеют играть в эту игру, они играют динамично, на руках, быстро, то есть с ними очень тяжело защищаться, потому что поворачивайся, они уже на спинах у тебя. Но при этом мы тоже уже 11-й год играем, 7-й уже турнир памяти Мартиросяна, это мы выиграем уже 2-й турнир памяти, первую мы выиграли у Барла, теперь выиграли у Йоркширского графства, как бы. Всегда интересно играть с англичанами, как бы. Помимо англичан, наши украинские команды тоже развиваются и растут. Центр и Запад довольно неплохо сыграли в этом турнире. И я рад, что у нас в Украине развивается этот вид спорта и набирает оборот. В качестве подготовки, да, для нас турнир именно 9 на 9, потому что формат на чемпионате Европы будет такой же самый 9 на 9. В первую очередь нам надо было сыграться, во вторую очередь нам надо было отобрать хороших, сильных ребят, которые поедут в Сербию. Мы сыграли с очень достойной командой, как бы это 3 плюса, которые мы вычерпали с этого, то есть мы по максимуму взяли с этого турнира.